Здравствуйте, уважаемые друзья. По вашей просьбе я сейчас изготовлю совсем упрощенный вариант мокрой мушки, которая работает практически всегда. Все зависит от того, в каком она будет исполнении. В оранжевом будет одно, в желтом другое, в черном цвете, как мы сейчас будем изготавливать, она у нас будет ловить несколько другую рыбу. Крючок я взял номер 14, вот такой, фирмы Strike. Можно брать любой гамакатсу F11 или F111, 16 номер. И не выполнял огрузку, а закрепил, как обычно, чем я буду сегментировать, люрикс овальный, и закрепил прядь черной нитки ровницы. Хвостик изготовил я, взял немножечко пера, отщипнул петушиного. Мы его должны только обозначить, но хвостик у нас должен быть достаточно жестким. И нам с вами понадобится вот такое еще перышко курицы или же петуха. Я нашел вот такое мягенькое и в то же время крепкое перо в районе крыла со скальпа. Можно использовать куропатку, можно использовать перепелку, можно использовать любое перо, но оно должно быть достаточно крепким. Также, вот когда, допустим, в фазане, можно подобрать еще определенное количество бородок по величине, чтобы выполнить опушку. Но так как я буду изготавливать в черных цветах, поэтому я и подобрал такое перо. Давайте приступим. Как обычно, берем в натяжечку, разравниваем наши пряди и ровным слоем постараемся изготовить в один слой. Вот как раз нам этого достаточно. Доходим до места крепления. И теперь я беру нашу нить, буквально 3-4 миллиметра, желательно, чтобы мы не доходили до колечка. Перехватываем и окончательно закрепим. Отрежем и удалим все остатки. Немножко нанесем клей, как обычно. Обмотку можно, сегментацию проводить, как я уже вам говорил неоднократно. Это может быть и проволока, которая идет в наборах, как обычно, вот, допустим, такие наборы для рукоделия, тоже достаточно хорошая проволока. Просто необходимо подобрать нам ее по толщине. Берем теперь наш с вами овальный люрикс и ровными теперь сейчас постараемся подберем катушку и ровными оборотами, сколько нам будет позволять наше тело, то есть практически мы формируем тело только лишь из нашего вот такого симпатичного люрикса. Поэтому подложку можно выбирать цвет практически любой. Но в этом варианте предпочтительнее. Уже проверено, как вы и просили, так, чтобы у нас реагировала плотва. Дошли до колечка, поднимаем вверх и закрепим теперь окончательно наш материал. Закрепили материал, теперь нам с вами понадобится вот такой обыкновенный люрикс, который используется при изготовлении наших мушек. У меня он двухсторонний, поэтому я крепить буду с одной и с другой стороны, так чтобы
золотая часть у меня потом при разворачивании находилась снаружи. Слегка подровнял я, подрезал край, подхватили, посмотрели, чтобы он у нас был более симпатичный на подвороте. Пока подхватываем, потому что в дальнейшем проматыванием у нас будет вот так подворачиваться наш с вами люрикс, и мы будем формировать с помощью этого блестящего элемента нашу грудку. И также крепим вторую часть нашего люрикса с другой стороны. Не забываем о том, чтобы они у нас находились на равных расстояниях. Проверили, как будут находиться. Меня это вполне устраивает. Теперь нам необходимо, мы не будем с вами делать ни стабилизирующее крыло, ничего. Только лишь с вами выполним обмотку пером и выполним грудку. За счет того, что мы с вами люрексом выполняем грудку и как бы делим перо пополам, у нас за счет этого уже выходит стабилизация нашего стримера. Закрепили. Нить я перевожу колечку. Здесь сделаем или парочку накидных, или как вам будет удобно, сделайте узловязом. И теперь нам необходимо с вами выполнить 2-3 оборота нашим пером. Выполнили парочку оборотов. И теперь я беру вот так аккуратно, так, чтобы не заламывались мои волоски. Обхватываю нашим блестящим люрексом. И как вы видите, у нас сверху и снизу образовалось крыло. И теперь берем аккуратно, стараясь не заломать люрекс. Подхватили и переламываем обратно. Делаем вот так замком. И теперь здесь уже окончательно закрепим материал и обрежем остатки. Подрезали, сделали, изготовили головку, нанесли капельку лака. И вот такая мокрая мушка, которая у нас практически изготавливается из подручных материалов, готова к работе. Как я уже говорил неоднократно, в таком исполнении хорошо реагирует окунь, плотва, красноперка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!